Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое, но во всяком случае я узнаю что-то новое. Это борьба Ра с Апопом. Апоп в древнеегипетской мифологии – огромный змей, олицетворяющий мрак и зло, изначальная сила, олицетворяющая хаос, извечный враг бога Солнца Ра. Миссия Апопа является поглощение Солнца и ввержение Земли в вечную тьму. Часто он выступает как собирательный образ всех врагов Солнца. Апоп обитает в глубине Земли, где и происходит его борьба с Ра. Когда ночью Ра начинает плавание по подземному Нилу, Апоп, желая погубить его, выпивает из реки всю воду. В сражении с Апопом, повторяющим каждую ночь, Ра выходит победителем и заставляет его изрыгнуть воду обратно. Он, великий Ра, поражает злотворящего змея, разрубает позвоночник его, и огонь пожирает его, так пишет в книге мертвых. Первоначально защитником Ра был Сет, каждую ночь он побеждал Апопа, но позже Апопа сближали с Сетом. В книге «Преодоление Апофиса» содержатся многочисленные заклинания, которые якобы применяли жрецы для сражения с Апопом, если он все-таки выйдет наружу в Египет, дабы свершить свою миссию – поглотить солнце и повергнуть землю в вечный мрак. Но так вкратце о борьбе Ра с Апопом, злотворящим змеем. Данные из Википедии и различных каких-то других изданий, которые я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Thank you.